О-о-о! Так, ребята, с рыбой? Нет, краб. Опа, с крабом, прикинь. Ух, хорош. Давай. Бодрячком. На таких глубинах она бодрая. Пробираемся через хащи. Хорошие места требуют трудного доступа к ним. Утро у нас уже 8:30, но тем не менее еще серо. Привет, друзья! Канал Рыбакас. Ну что, мы с парнями собрались на рыбалочку. У них уже здесь опыт был. С нами сегодня Денис, Назар. В предыдущем выпуске были Серега, одногруппник. И будем рыбачить. Ребят, прикол в том, что глубина порядка 50 метров точки заброса, да? 50-60. И парни здесь ловили уже и 8-килограммовую, и 5-килограммовую. И в прошлый раз просто отбомбились. Короче, не знаю, что у нас получится, но рыба здесь есть. Вы там чайку по традиции, усаживайтесь поудобнее и приятного просмотра. Ну что, ребят, стартуем. У Дениса уже была рыбка, вот такой люрчик. Билтемовская 270 палка. Нексейв Шимано 4000, катуха. 8-жильный 0,16. И главное, поводок. Поводок у меня 0,5, стоит флюрик. Обязательно ставьте поводки. Это, во-первых, рыба меньше перекусит. Во-вторых, она его не видит. То есть эффективность будет лучше. Раскладываемся, забрасываем. Силиконовые приманочки. Буду пробовать. Сегодня будем разное пробовать. Но вот уже работала вот это. Вот это. Поэтому, если нужен силикон, ссылочка в описании. Заходите, смотрите. Вот такая яркая рыбеха. Груз 24 грамма. И, боже, благослови, первый заброс. Интересно, что там оно есть. Давай сразу что-нибудь хорошенькое. Бульк. И отпускаем шнурик, ребят, чтобы подальше упало. Всегда стравливаем еще. Это уже не комса, слушай. Нормальное. Ребята, я только забросил. Сейчас я буду мотать уже. Да, это уже рыба, ребят, это уже рыба. Класс. Да. Подсак добротный. Слушай, нам надо туда поближе, к берегу, да, к пологому надо сходить. Круто, круто, глянь, глянь, море. Не спеши, не веди, не веди сюда, стой там. Рыбы много, но не везде, видите, надо искать места. Буквально за тем поворотом, ребят, находится Атлантический океан, поэтому вот так оно. Так. И я сам потихоньку мотаю. Пока... О, 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 рыба, рыба, рыба. О! Так, ребята. Так, кто там у нас? У нас там три сучка, да? Да. И килограммчика так полтора-два. Судя по количеству икры, да, двуха законная, да? Да. Ну, с почином. Все. С почином. Ты что, ты что? Покажи ее. Красота. Ты что, хорош, хорош рыб. Да, двуха плюс. Да. Судя по тому, что пузан, глянь какой. Мощно, она жерта. Сейчас икраная она, ребят, много икры, да? Да. Пока на рыбалке, сейчас только-только стартанул. Глянь, красивая картинка. Молодец. Глянь, как качественно. Вот. Назар сидит, стоит, смотрит выпуск, который мы с ними, вот зимнюю рыбалку. Вы тоже обязательно его посмотрите. Предыдущий от этого, а может предыдущий. Ну и лайк, подписка, ребят, кто не подписан. Потому что выпуски с Норвегии у нас тут вау. Так, он Серега что-то тащит. Тащит активно. Поставил Серега шнур себе 0,30. Только что перемотался. Поэтому теперь можно акул ловить. Есть, есть подсадка. Да, рез. Сойденыш такой, грамм 600, да? Да. Ну, парни, он продолжает смотреть мой видос, и еще при этом уже каждый открылся. Пойду я от них, вот на эти красивые места. У меня один тычок был, приманочку поменял, вот такую, офсетничек. Гляньте, какая красота, восход солнца. Проверим новые места. Если рыба, она любит новые местечки, так что не стойте на одном месте. Меняйте всегда приманки. Если вдруг что, и меняйте места. Наконец-то! Наконец-то! Сошла! Собака!
Да, обидно, обидно. А вот и Денис. Под бережком, да? Лупануло. Тут, конечно, ребят, глубина вот так вот, обрыв, метров 30 глубины, и он почти... Так, идет. Подсак на готове. Сайда. Сайда, да. Или люр, или сайда. Ну, хороший, да, нормальный экземплярчик. Ну, ты на медленной проводочке, да, шел? Да. Так, парни. Ух, хорош. Давай. Бодрячком. На таких глубинах она бодрая. Слушай, ну вся рыба, да, нормально. Двушка, да, есть. Ну, жадно, большую схватила. С почином тебя хорошая рыба. Спасибо. Покажи ее. Вот такая красавица. И приманочка, да, твоя? Да. Класс. Ну, видишь, почти как сайда. Реально, это цвет рыбы. Конгратулиры. Гратулиры. Выпуск будет, как пацаны рыбу ловили в Норвегии. Вот эта натуральная приманочка, похожа на люрчика либо сайду. У Дениса в следующий же заброс идет рыбка. Прямо вот тут под берегами. На глубине. Давай его достану. Да я достану. Да нет, я тоже помогу. Если я не нахряпнусь. Да, на дно упало и со дна взяло. Ага. Да. Так. Аккуратно. Да. Треска. Треска, давай. Треска идет. Оп-оп-оп-оп-оп, с травой. Опа. Есть. Битая, да? Есть. Тоже нормалечек. Хороший. Да, глянь, глянь, ее кто-то лупанул. Ага. Видишь? Такая. Есть. Ой, Серега, извините. Гратулиры опять. Ну вот, счастливый обладатель трески. Класс. Да, хорошая. Вот рыбка сантиметров 20 лежит, приманка. И вот она выплюнула рядом, видите? Вот это она ест. Уже в который раз меняю приманку, ребят. Вот, Белтема всегда у меня выручала. 32 грамма. Сейчас ставлю вот такую одну. Какую? Синюю. Или, наверное, синюю. Начну с нее. И летит хорошо. И загружается более-менее. И с ней можно играть. Она не так, как фильтр, быстро уходит на дно. Можно в толще воды проводить неплохо проводки. Такая рыбка. Ну... Оп. Ловим, пробуем. Встал на парней места. Тут, наверное, все-таки хороший. Не, это, я думаю, люрчик там полукилушный идет. Так, ну хоть что-то. Уже 2 часа на точке. Воды вон дали нормально. Шлюзы открыли. А, это такое что-то игровое. Ну, видите, билтема работает, ребят. Может, там трава? Ой, боже. Да ты шо? Не, ну вы тоже начинали с этого. Это мне типа понял почин. Мой. Сайда. Но можно на наживку ставить и таких же уже. Ну, давай. За прабабдедушками. Итак, вторая рыба, ребят. Вы готовы? Вы готовы? Ну, туда тебе, туда. Давай, пока. Так, ну парни тоже открывались с маленькой. Поэтому, где маленькая, там и большая. О, ты зацепил крупняка, да? Да. Я там ему помогал. Слушай, рыба подошла, но пока размер не мой. Чуть побольше идет рыбка. Сейчас надо будет попить чайка, потому что это... Надо переосмыслить. Но тем не менее... Опа, видишь? Это уже сегодня пока мой трофей. Уже... Выживешь. Ребят, не знаю, передаст ли камера, но вы посмотрите, как... Смотрите, как рыба ходит вообще. Огромное колесо сайды зашло. Попробую сейчас в толще прогнать, а вдруг крупняк за ней гуляет. Интересные места. И поверху рыбка... Опа, поклевка была. Опа, есть. Ну, то, что выплескивалось, то и сошла. Тащу того, кто гуляет. Сейчас проверим. Может, скумбрия пошла, ребят. Вон, смотри, какой мощный идет. Да. И туда тебя. Опа. Есть. Зверь. Очень много мелочи. Так, вот оно, кто гуляет.
Но у тебя же кто-то там ест, правильно? Поэтому мы рассчитываем. Сайдочка, четкая сайда. Чуть-чуть мы отловились. Зашла мелочь, вообще весь фёрд кишит просто маленькой рыбкой. Сейчас принято решение, чтобы место, как говорится, остыло. Мы перекусим немножечко. Пробуем все по чуть-чуть, да? Да. Давайте. Приятного аппетита. Приятного аппетита, да. Перекусили, ребята. Чудо пока не произошло. Ребята на удочке, как на поплавок сидят, ловят. Природа просто, штиль невероятный. Красота просто бомба. Даже без рыбы тут очень круто. А если еще и поклевывают, то вообще благодать. Ну, эпопея с мальком продолжается, ребят. Рыбка сверху гуляет, и малечек он лупашит поверху. А мы вот уже в 4 спиннинга бросаем полчаса и по дну, по куча приманок, насадок. Я уже оборвался, перевязался. Не клюет. Ну, видите, кстати, на заметку вам, ребят, вот стоячая вода, сейчас пик прилива, и вода стоит. В этот момент рыба тоже стоит. Надо ждать, пока будет начало отлива. Тогда снова начнет выходить мелочь с травы, и за ней погонится крупный. Сайдочка, видите, какая красивая, чернявая. Давай. Серега поймал снасть какую-то. С рыбой? Нет, краб. Опа, с крабом, прикинь. А, смотри, он за что слазит. Вот какой пилькер. Пилькер нашел, снасть нашел. Вау! И с крабом, глянь, пилькера грамм, наверное, 150. Прикол. Устал, да, немножко? Глянь. Ну не, ну грамм 250, наверное, пилькер. О, прикол. Смотрите. Краб замотанный весь. Ого, боже, его намотало. Ты его хуй размотаешь. И вот такой вот, вот мой палец, вот такой вот пилькер. Это грамм 300, наверное. 300. Кто-то с лодки ловил. Да, это вы точно, ребята, увидите. Смотрите, огромная стая сайда идет. Сейчас попробуем поверху стрельнуть. Пилькер поставил яркий такой. Ого, глянь, так близко они точно не приходили. А ну, глянь. А ну, будут интересоваться. Да, Серега до сих пор он распутывает краба. Отработал этот пилькерок, ребят. Причем с глубины. Ну, опять-таки, пока что просто стаи. Стада просто рыбы идут. Стада. Им пофиг, какая наживка. Сегодня у нас вторая половина дня такая. Вот такой зверь поймался. Ну, крупняк, можно сказать, для сегодняшних. Думаю, схожу на поворотик. Отлив начался. Не гигант, но несколько, пару-тройку, я думаю, найдем. Так, ну слава богу, с-под камня лупанул, еще достать бы. Пасачок там есть, не? Да-да-да, я думаю, пригодится. Так, давай, главное, чтобы под камни не завел. Пошел, глянь. Пошел травить. Вон он идет под камня. Кто такой? Люрчик. Опа! О! Та, два плюс, да? Да. Хорош кабанчик. Ну наконец-то! Ребята, и на моей улице праздник. Уже около 3 часов дня. Такой кабанец. Тут у нас рыбка. Смотри. Да, это 2-2,5, наверное. 2,5 точно, да, есть кабанюга. Хорош, дождался. Да. Да. Вот такой, ребята. Это 2,5 законный. Ребята, слава богу, рыба есть. Смотрите, какой сработал пилькер. Яркий, хороший, хорошо летит, хорошо заглубляется, грамм, наверное, 35-40, он 40, наверное. Вот, и отлив, смотрите, этот камень был затоплен, мы дождались, уже вечереет, на часах у нас начало 4,
Через час уже будет темно. Вот. И отлив сработал. Рыба мелко начинает выходить с травы. Крупная рыба за ней охотится. И вот такое движение получается. Трудно представить, какая здесь глубина. Но я думаю 50+. Потому что вот так забросил. Филькер 50 грамм, 40 грамм, 60 падает. Минуту, полторы. Вот так забрасываешь и просто ждешь, пока он ложится на дно. Или кладется. Тоже говорят, хорошая погода для рыбака, а плохая для рыбы. Когда дождь парит, когда ветер. Вот целый день была штиль, мы наслаждались вообще зеркальной погодой. И вот сейчас разгулялся ветерок. Не крупная, но все равно рыбка, ребята, укрупняется. Даже куда-то он повел меня. Опа! А я думаю, что такое? А мы с тобой перебросились, да? Ну, первый переброс. Надо на рыбалочку, чтобы протестить всю картину, приходить на целый день. Потому что, видите, под вечер вот поперло, с утра было дело, потом в обед ничего. И вот Денис тащит кого-то ничешного. Так, кого же тащит Дэн? Ну, наверное, не 7, да? Не 8. Ну, нет. Но рыба, да? Так, зверь показался. Опа! Бопс! Прям мил, да? Да, прям в подсаку зашла. Трясуля. Привет. Фу, пузантик. Это двуха, да? Да. 2-2,5. 2-2,5, да. За счет того, что она наезженная. Хорошенькая, хорошенькая. Поздравляю. Спасибо. На ту приманку, которую тебе говорил, да, этот норвежец. Норвежец. Да. Ребят, вот норвежцы считают, что один из уловистых цветов вот этот зелено-белый. Вот такая приманочка. Вот. Вот такая вот лупанула, 40 грамм. Да, я класс. Вот так уже, ребят, экземпляры по 2,5 килограммчика, по 1,5 лежат. Уже немножечко все-таки есть улов, но еще чуть-чуть ловим. Глянь, что творит вообще. Я только подошел после Дэна рыбы, лупанул. Ха, класс. Не, небольшая, небольшая рыба. Опа, ну все равно, смотри, люр вырос, пока мы тут уже такие, уже откормили. Уже откормили, да, но этого мы отпускаем, ребят. Сегодня, слава богу, с рыбкой уже вот так вот лупанул. Ребят, все-таки не отпускаю, смотрите, люра можно брать с любого размера, но в принципе любую рыбу, если она уже не сможет жить, то вы даже краснорыбную рыбу, которая занесена, можно брать, потому что она уже не выживет. В этого он, видите, с глубины его достал, где-то 40 метров на большой скорости, и он уже пузырь во рту. Так что придется брать такого грамм под 400-500. Ребята, вот вам Атлантический океан, вот там вот. Дельфин, я не знаю, увидите или нет. Блин, он. Короче, мы все видим дельфина, и мы не курили ничего. Он. Небольшой, да, такой? Да, смотри, смотри, он на одном месте. Блин, не знаю, а их несколько, вы видели? Только что подряд вот так вот. Вон, гуляют. Я думаю, вы видите. Прям под берегом есть рыба. Да, прям под берегом. Вот, смотрите, рыба на крючке, вон она колбасится. Очень много рыбки. Я даже не знаю, что эта сайдочка здесь делает. Может, анчоуса какого-то ловит. Может, маленькую. Да, рыбка есть. Ну, опять-таки такая же. О, сошла, слава богу. Ну что, друзья мои, вечерело. Мы сегодня почти, ну да, целый день с 9, уже начало 5 на рыбалке. Вчетвером мы поймали за десятку рыб, за десятку килограмм. А рыб вообще неисчисляемое количество. Мы отпустили люрчиков до полукила, там 200-300 грамм, полкилограмма. Просто дофигища рыбы, наверное, штук 30 в сумме поймали. Самых крупных взяли сегодня. Рыбалка была хорошей, клевала на приливе, клевала на отливе. Потом в обед вообще был штиль абсолютный. И когда началась волна и начался отлив, вот сейчас мы просто стоим, уже не знаем, надо идти домой, потому что еще добираться. Но мы продолжаем ловить, потому что клюет. В общем, еще дельфины идут вон. Короче, рыбалка классная. Если вам было интересно, то лайк, подписка. На канале еще много выпусков. Видите, рыбалка не отпускает нас, потому что вот видно-не видно, но кишит просто мелочью, а за ней пришла крупная рыба. Очень много сайды, просто сотни-сотни сайд, которые не дают нам спокойствия. Парни он в 2, в 4, в руки мотают. Но очень много отпускной сегодня.